Так, друзья, перед нами Людмила, супруга Тоторова. Супруга, правильно? Вот, Володю, знаю я отлично, мы старые друзья. Вот, но в данном случае вы его заменяете. Никак, не отчасти, отчасти. Отчасти, ну понятно. Папа, я не могу сказать. Единственное, некоторые сапа могу назвать, а так много сапов. Так, у вас замена, надеюсь, будет удачно, кое-что расскажете. Володя Тоторов, это первая тройка, первая пятерка на всю Сибирь, чтоб вы знали. А то как бывает. А вы знаете, такая поговорка есть, нет? Сказать? Какая? Великий человек велик для всех, кроме священника, врача и жены. Как вам это пословица? Давайте так, я сделаю обход с ним, а здесь будем так. Я что-то знаю, мы здесь ходили, а что-то не знаю, я вам буду вопросы задавать, можно? Задавайте, но так. Я тоже, если смогу ответить. Смотрите сюда, пока рассказывайте. Ну это вот груша лесная красавица. Так, ветки, кстати, гнутся, подтвердит он, не подтвердит? Кто? Он, но лесную красавицу завез сюда железо. Нет, он подтвердит, что это лесная красавица. Все, пойдем. Это про это точно. Ой, какие тут... Все, пошли. Так, теперь, а это что, получается тоже лесная красавица? Нет, это другое. Видите, это немножко как круглее. А, да, немножко круглее. Да, вытянуто, а это круглее. Кого-то ладно. Он мне скажет, от меня секретов нет. Ой, красотища, ой, не могу. Ой. Вот это тоже у него тут два сорта, внизу память Яковлева, по-моему, а вверху я не знаю. Ладно, идем дальше. Это вот яблоки, апорт. Апорт, в этом году мелковато, помните страшную засуху? Как мы мучились, деревья мучились, и в этом году все мелкое. Ну вот это мелба, она тоже уже много чего отвалилась, много червивок нынче. Хотя ну, я лето хорошее, а оно же не только для нас хорошее. Да, мы опрыскивали интевиром, вот. А говорят, он уже не действует. И для плодожора, да, для это все уже. Вот. Вот это какой-то зимний сорт. Так. Какой, точно не знаю. Вы знаете, я вам скажу, тут, правда, два варианта, два пальца загибаем. Или Лоба, или Слава Мичуринска. Нет, таких... Лоба у нас было, но оно у нас не прижилось. Или где-то у него там росло, оно чахло, я не знаю, пропало оно или нет. Ну, а ладно. Здесь мы выписывали это дерево, где-то как этот, как его, вкусный сорт, забыла. Это тоже память Яковлева, по-моему. Ну, память Яковлева для меня из первой пятерки. Да, вкуснейшая, нам тоже нравится. Вкуснейшая. Он как бы умеренно каждый год плодоносит. Вот это, этот перун, ну это не вкусно. А, это алтайская селекция. Да. Вы знаете, Володя на голову выше, видимо, так же, как я, с дуру что-нибудь посадит. А потом и вырубать жалко. Ну он кое-что перепривил здесь, но я не разрешаю, да, потому что он вкусно идет на сушку, очень хорошо ну, вот, сушит, мы то сейчас и на облагали. Компоты. Вы тоже вот сказали, на сушку невкусный, но на вообще сушку. Вообще отличный сорт. Все отлично. Ну, даже такие сорта, вот, которые более такие сочные, я даже и не пытаюсь их. Это тоже груши. Тут несколько сортов. Была лесная, это как самый наш распространенный сибирский сорт-то. Лада. Нет, не Лада. Северянка. Северянка это. А мы просто перепривили все нижние ветки. Вот на макушке осталось, вот насыпалось, он куча везде валяется. Ага, мы как-то сейчас в основном ходим по грушам, а эти сливы отошли, не отошли? А, нет, сейчас мы пошлите. Дело в том, что именно по сливам, он у нас первый, именно по сливам. Угу. Я все это... Вот эти сорта он уже снял. Какие? Вот это начинает перепрививать. Тут посажено... венгерочка. Ага, тут посажено, она очень-очень мало плодоносит, и поэтому мы решили ее перепривить. Венгерки, конечно, не самые плодоносные. Вот у нас вот это, вон нападало сколько. Очень вкусный сорт, мне нравится. Красномясо называется.
Так, дайте-ка попробовать. Ну, попробуйте. У меня нет красномяса. Она, вот знаете, по цвету вы не это. Она, видите, неопределенный цвет такой, какой-то коричневатый. А внутри-то, ой, какая. Да, мякоть красная. Так она и называется, красномясо. Так, секундочку. Напала. Вдруг важный звонок. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Я сейчас в этом саду у Тодорова снимаю кино. Вот, это я не так далеко. Давай говори быстрее, а то неудобно, все слышат. Могу. А, хорошо, я подъеду, мне надо рассчитаться, тем более с Юлей. Все, извини, не могу дальше говорить. Я подъеду, может, через полчаса. Так. Собрала кучку, потом вынести надо. Вы мне скажите такую вещь. Мы прошли мимо, да? Вот эта паданка, она никуда не годится. Мне просто интересно, вы будете выгребать, сжигать, гноить или оставлять? Нет, мы за забор, потом он хочет... А, нет, он хочет сегодня все собрать и все передавить на вино. А, на вино это святое. Да. Нет, дело в том, что я никогда паданку не убираю. Я считаю, что паданка принадлежит не нам, а дереву. Ну, не знаю. Понимаете, это она его. Там червивая. Ну и что? Вот эта плодожорка, ну она будет плодиться там. И это бесконечный конвейер будет. Поэтому или выкидываем, или на вино. Мы часто на вино все используем. Так. Ой, слушайте, опять венгерка. Да, это синяя птица называется. Точно. Ну, по крайней мере, мы так ее называем. Точно. Так, мы когда закончим, мне надо еще... У меня сейчас будет... Я начал снимать еще в деревне. Если хватит зарядки, я потом еще отдельно пофотографирую, ладно? Это все я Володе раскручу. Угу. Почему? Потому что эти же черенки, если будут, и эти косточки, они уже есть. Нет, ну косточки-то есть. Мы будем вместе продавать. Ну, я не знаю, как он это косточки будет фруктами продавать или себе покупать. А вот дело в том, что я перед ним поставлю просто... Вы знаете, он наверняка это в школе математику изучал. Что будет выгодно? Ведро продать, продать фруктами или взять, а с этого ведра посчитать количество косточек? Вот. И мы ее продадим как косточки. На мой взгляд, это более ценная вещь. Это его дело. Что он будет делать? Вам рассказываю. Я рассказываю людям, чтобы они... Вот. Чтобы они сказали... Знаете, как после этого фильма? Сразу человек 10-20. Хочу синюю птицу. Посмотрите, венгерка. А смотрите, какая она урожайная. Да, да. Вот. Венгерки добиться урожайности трудно. Володя волшебник. Вот венгерка, она чем-то похожа, но он называет ее по-другому. И она немножко как спелее, та немножко как зеленее. Ой, вы знаете, у меня три венгерки, названия разные, отличить не могу. Да. Ой, красота! Ой, красотища! Ну, Володя, ну, елки-палки. Я бы его директором института бы назначил, и польза была бы всей стране. Да уж. Вот, стране... Поверьте, его коллекция лучше, чем эти. Чем любое из наших учреждений научных. Ну вот. Вот какой-то. Вот сорт тоже. Видите, они много таких, которые две вместе срослись. Вот, ага. Я смотрю. Вот это интересная вещь. У меня такого нет. То есть срослись, да? Ага. На том дереве тоже было. Вот и две как бы срослись. Ну тут вообще конкретно две. Вот. Бывает такое. Ясно. Однояйцовые близнецы. Вот тоже какой-то сорт, он это еще зеленая. Так, ага. Вот. Так, ну это уже не венгерка, это скорее всего чернослив. Сейчас я ближе подойду. Так что мы с вами без Володи разберемся. Вот. А, еще твердо. С той стороны фотографируется. Это как-то ветка вон заголилась. Пропадает. Да, да. А как же, Сибирь все-таки. Сибирь, Сибирь, Сибирь. Вот, ранеточка, да? Это ранетки тут, три сорта привито. Вы знаете, и то вот, тоже исчезает постепенно все это. Так, где мы еще не были, в каком углу? В каком, вот где-то груша. Ну, вот это тоже мел был, у нас самое старое дерево. Ну,
Ага, да. Ну это мелкая она. Да, знаете, она в моноводом какие бывают плоды? Да, я знаю. Огромные. Вот единственное, что это вот как-то с этой стороны еще побеги отрастали, а с этой ничего не отросло. Так и надо. Ему лучше знать. Куча валяется опять. Каждый день хожу, собираю. Да, это тяжелая работа. Сильный сорт, очень вкусный сорт. Прям такой, как карамельный вкус у него, запах такой. Ага. А вот это Кармен, груша красная. Нет, вначале вот это, не помните? А она какая-то или уже гниет, что ли? Нет, а, ее вовремя собирать надо. Да, а это вот Кармен красная. Так, Кармен, я не знаком. Наконец-то познакомились. Как с ней познакомились? Ну, тоже они должны быть покрупнее, естественно. Ну, вот такой. Вы знаете, после этой засухи дикой, в этом году они восстанавливаются. Исполинская у нас. Исполинская. Так, сейчас вспоминаю. Есть еще гигант. А, ну гигант круглый. А это... Нет, это из венгерок. Это из венгерок. Это из венгерок. Я не знаю. Венгерку, попозже видите, будут. Тут уже это, как червяки уже он. Очень много плодожорки именно в яблоках и в груши. Вот сливе раньше намного больше было, а нынче как бы сливы более-менее. Да, ну более-менее, но в хороший год они до 70 грамм. А да, этом... я знаю, у нас вон там дерево одно росло, потом погибло. Там вообще как груши видные такие были, большие. Это мы одно себе вот посадили. Нынче вот оно подросло уже и как бы больше плодов. Так, сейчас мы сделаем так. Уже ничего не говоря, вот так пройдемся, просто показать сад. Вот-вот отключится, так обидно будет, на полусловие. Сколько можно, столько походим, сколько батарейки позволят. Вот какой-то сорт у него тут привитый. Ой, красота. Какой, не знаю даже. Тут и добрянки. А, знаете что, я не говорю 100%. Мы с этим Чернобаем отличаем космическую вот по этому самому наросту. Нет, это не космическая. Космическая пропала у нас. Значит, похожая на космическую? Нет, нет. У нас она в другом месте была, и она пропала. Надо ой. Где-то так. Было. Прополз. Вот, или добрянка, вот она более крупная. А это какая-то другая. Тут уже. И каждый год тут она так плодоносит обильно. Ах, вот там она крупная. Это да, что вот получается? Там, а там, не знаю, или добрянка, или еще какой-то сорт у него. Ага. Красота. А это вот это, как ее, яблоки, я скажу, не лаво, как же они называются-то, Уэлси. А, точно. Они такие, как бы позднеосенние, они должны быть красные-красные, ну, естественно, и крупные, покрупнее, чем это. Вот это даже не знаю, какой сорт, какие-то просто зеленые. А вот это сорт апрельская, очень вкусный сорт, зимний сорт. Лежит до апреля месяца. У них такой окрас, он как бы коричневый, как коричневый. Не красный бачок, а как коричневый. Ясно. А мой квинти он не добывал, не помню, у меня. Кого? Квинти. Нет. Не в курсе? Это такой шедевр, я с Украины привез. Сейчас у меня есть, у Чернобаева есть. А-а-а. По идее, у него должен уже быть. Нет, ну что-то он... Ну, Чернобаева ничего не брали, по-моему. А, нет, одну грушу брал он эту. А это мое. Это мне Мараховская из Москвы прислала. Вы знаете, такая судьба у нее. Получаю письмо с черенками. И там написано, я прошла туда и обратно до дачи мамы 16 километров пешком. Красное мясо. Пешком. И взяла, и это прислала мне. И когда у нас с Чернобаевым получились сладчайшие груши по 500-550 грамм. Ну, мы видели у него в прошлом году. Да, да, восхищались. А нынче они мелкие у нас. У него где-то веточка привита. Ну, я 2 дня назад снимал у него фильм, в том числе и про это. Да, в этом году у него это грамм по 300, знаю. Наверное. Тут было жигулевское привито, основное дерево. Потом он что-то перенапрививал, тут куча. Ну, такое куцое маленькое дерево, конечно. Ну, думаю, вырастет что-нибудь. Так, еще, может, на 5 минут съема хватит. Вот питомник. Вот
это тоже какие-то бочонком, новый сорт у него. Бочонок. Я даже не знаю. Ну, издаля он похож на эту, на пепин шафранный. Не, но это не пепин, похож. Нет. Мы такой пепин у нас было, мы его извели. А их вот зря, их зря, вот с этим считаю, бочонком вот такой формы. Пепина много развелось. И зря, что мы его извели, мне, в общем-то, он нравился. Ну еще бы. Лучший сорт Мичурина долгие годы вот считался. Это слива тоже хорошая, но как бы. Как бы. Как называется, не знаю. Сладко. А это? Хороша. Есть один сорт у нас. Он выписывал в прошлом году веточку или позапрошлом. Это оно должно быть очень гигантским. Джумба-помба какая-то. Должно быть гигантским. Вообще, по идее, должно быть очень большое яблоко. Ну, нынче у нас вот такие. Ну, оно не знаем. Они же тоже могут обмануть. Ну, другой год они будут крупные, яркие и вкусные. Мне понравилось, что они яркие, даже если не этот сорт. Ну, как бы красивые на вид. Вот. А вон те не знаю, что. Ну, волшебник напрививал. Вот это тоже не знаю, какие новые сорта. Вот здесь как бы новый сорт заложен, и какие сорта. Это не, Донец... не донецкая венгерка. А может быть, я не знаю. Вот это две сидела, он не выкопал. И так и остались они две вместе. Они нынче вот заплодоносили. Думали, что они одинаковые, оказалось, что не одинаковые. Да, вот. Понятно. Вот эти две яблони тоже две вместе оказались. Вот это апрельская, а это какая-то зеленая, непонятно. Так у нас в стране для нас, садоводов, нет земли. Поэтому и садит. Володя, наверное, так близко вынужден садить. Так, вот это вот. Друзья, сейчас закончится съемка. Но я успел. Это уникальнейший плодопитомник нашего волшебника Тодорова Владимира Александровича и его милой супруги Людмилы. Ну вот. Я к этому не причастна. Давай, не причастна. Вот. Я только от своего огорода землю ему отдаю. А, все ясно. А ему все мало и мало. То он я это испытал. Рассаживает, а то саженцы негде садить, то еще что-нибудь. Но уже все сказала, больше нет. Все понятно. Ну, а мое вон цветы, картошка, вон помидоры. Так, все, немножко. Тогда я с вами не играю, все, только с Володей дружу. Да. Вот, вы овощевод. По этому поводу дружить не стоит. Ну, красота, ну, красотища. Главное, качество. Качество и качество. Вот оно, качество. Хорошо они подросли, он и поливал их, и лето влажное, и теплое. Да, этот год повезло. Да. Только та засуха укается, вон какие венгерки мелкие. Прошлогодняя засуха укается. Ну что, друзья, побывали в сказке? Вот, это настоящая сказка. Но это не та сказка, которую я в интернет-магазинах, где эти же наши любители фотографии, самые красивые, присваивают, вот, выдают за свои и продают или южные обреченные насмерть замерзают, или туфту, что, в общем-то, разницы нет. Ну, вот, еще раз посмотрели. Могу виноград показать вон там. А все, не может это. А уже все кончилось? Все, а может уже кончилось. Тут вот на солнце уже не вижу, кончилось или нет. Ну, все, друзья, пока. Вот. Как говорил этот незабвенный, мы рождены, чтобы сказку сделать былью.